Всем привет, меня зовут Валя, и я рассказываю о жизни в глубинке Америки в штате Оклахома. Сейчас красивый солнечный день, но я почему-то сижу дома. Почему? Потому что у нас сейчас температура на улице 92 градуса Фаренгейта, что примерно 33,5 градуса по Цельсию. И это хороший день, у нас бывает и за 100 градусов Фаренгейта. Так что сегодня я вам хотела показать несколько вещей, без которых лето в Оклахоме не обходится. Показать вещи, без которых в Оклахоме летом не обойтись. Вот это два, это кремы защиты от солнца, а это, если уж обгорел, что бывает часто, даже несмотря ни на что, все равно обгораешь. Это вот алоэ крем, это тоже алоэ, и здесь еще есть более утоляющие ингредиенты, если уж очень обжегся. Вы заметили, что есть вот циферки 50 или 30. Это цифра Sun Protection Factor. Чем больше цифры, тем больше защиты от солнца. Так как у нас дети маленькие, мы покупаем вот 50. Есть, кстати, еще и 75. Ну, вот 50 купили points этих, или как они называются, Sun Protection Factor. И надеюсь, это нам поможет особо не обгорать в этом году. Но мы также будем и шапки носить, и я думаю, я заставлю в какой-то момент даже детям одевать рубашки длинные. Вы знаете, что у нас лето на дворе, но мало того, что лето у нас на дворе, в Оклахоме лето бывает опасным из-за жары, из-за жуткой жары. И поэтому нам вот вывесили такой плакат тут на работе, и здесь написано «Stopping for water keeps you going». Если остановишься для воды, это поможет тебе идти. Здесь вот нарисовано, что происходит, если жуткий тепловой удар от жары происходит с человеком, что можно вот в обморок упасть, вот можно, что жутко голова кружится, что будешь красный, жаркий и сухая кожа будет. Ну, в общем, тут расписано все. И здесь вот есть разница между тепловым ударом или... просто устал от жары, усталостью от жары, и вот нарисовано, что происходит, если просто усталость будет. И написано обязательно, что надо пить воду, отдыхать в тенечке. И если есть вот такие симптомы, или вот такие симптомы, то стоит позвонить доктору. Water, rest, shade. Вода, отдых и тенечек. И тут написано, что работа не может быть без них. И это правда в Оклахоме, особенно если работаешь на улице, это не просто что хочешь отдохнуть, это обязательно надо отдыхать, надо пить галлонами эту воду или Gatorade, потому что без них зачахнешь. Вот такое у нас лето в штате Оклахома. А у вас лето жаркое? Пишите! Спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, если видео понравилось, и до следующего раза! Пока!